Всем привет, вы на канале Александра, и сегодня буду раскрашивать вот эту ракушку и вот это яичко, если будет время. И буду я раскрашивать цветами российского флага. Ну, сейчас в данный момент, сейчас 6 апреля, и скоро будет Пасха. А кто не знает, Пасха — это тот день, когда Боженька умер. И, кстати, даже очень жалко, что он в этот день именно и умер. Ну, короче, из этой ракушки можно раскрасить, ну, в белый, а потом в голубой. Я сейчас раскрашу вот эту ракушечку в белый в данный момент. Сейчас вы увидите результат. Вот результат. Ну, конечно, не видно ни один результат, наверное, по вам через камеру, но хотя бы чуть-чуть есть результат. И сейчас я буду все вот это красить в синий оттенок. Знаете, почему я в красный оттенок не крашу? Потому что в прошлый раз у меня был с красным, когда я тестировала ракушку. Я хотела сделать видео, а у меня времени не хватило, так что, ну, делаем. Если вы помните еще, как оно выглядело. Угу. Сейчас второй раз покажу. Вот так выглядит ракушка сейчас, в данный момент. И сейчас я ее прикрашу в синий. Давай. Вот как все выглядит в данный момент. Сейчас мы будем ее оставлять сушить. Ну, пока она сушится, я могу раскрасить вот это маленькое яичко. Ну, в данный момент я жалко, конечно, не раскрасила ничего в красный цвет, так что я думаю, можно раскрасить его в красный. Ну, сейчас начнем процедуру красить его. Ну, сейчас будет красное все. Блин. Да ничего мало. Процедура идет. Ну, пока я хочу сказать, что пишите в комментарии у тех людей, у кого много яиц. Сколько было яиц в Пасху? Вот у меня вопрос. Ну вот. Сейчас покажу вам его. Вот, как я его раскрасила. Яйцо. Вот это маленькое яичко. В Пасху пойдет. Оно сделано из пенопласта, и я сделала таких очень много. Так, могу даже показать. Я сделала даже, ну, очень много. Ну, конечно, пишите в комментарии, как вы провели день в Пасхе. Ну, сколько яиц вы вообще празднуете Пасху, ну... Как там вы праздновали? Или можете на английском написать. Я английский, русский понимаю. И литовский. Ну, хотя читать не умею, моя мама умеет. Так что можно перевести. Ну, так что, ну да. Хочу сказать всем пока. И подписывайтесь на мой канал Александри. И сегодня... Здесь. О, нет, 10 часов. Спать пора. Уже каникулы пасхальные. Главное, не забудьте, что Пасха — это тот день, когда Боженька умер. Ради того, чтобы у всех было добро и счастье. Он был очень добрым. И также мы должны вести себя добрыми. И не ослушиваться своих родителей, слушаться и все такое. Так что всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и не забудьте про колокольчик. Люблю вас всех, девочки и мальчики, Александрики мои. Пока!